он оставил нам столько вина, хватит на скончание дней или хотя бы до завтра. Нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Thank you.
темновато здесь. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. Что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая тема? Будь внимателен, Даниэль. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Июня, 1839 год. Прошло больше месяца с тех пор, как я последний раз писал в дневник. После того, что случилось в гробнице, профессор попросил меня вернуться в Англию. Сказал, что не хочет рисковать всей экспедицией, если мне вдруг станет хуже. Оказалось, что он зря беспокоился, но я рад, что все так вышло. Сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов, которые привез из Африки. Там же лежала и разбитая сфера, обернутая тканью. Я попытался собрать ее, но не смог. Части не подходили друг к другу, словно были от разных сфер. Может, мне все почудилось тогда? Может, эта сфера никогда не была целой? Июня 1839 год. Решил продолжить вести дневник, хотя изначально завел его, чтобы писать об африканской экспедиции. Вчера я сделал замеры и отметил ориентиры на поверхности осколков. Сегодня мои опасения подтвердились. Осколки изменились. Я был потрясен и побежал к лучшему геологу Лондона, сэру Уильяму Смиту. Я завел разговор о том, как камни меняют форму. Смит рассказал мне о строении, я немного успокоился.
Но по-прежнему уверен, что эти осколки...
Поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. Да. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс Парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз.
2 июля, 1839 год. Сегодня получил письмо из алжирского губернаторства о судьбе экспедиции Герберта. Через неделю французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но не... Июля, 1839 год. Сегодня я забрал вещи. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал. Даниэля вытащили пример. Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, не понимаю, как такое возможно. Июля 1839 год. Я собрал сферу. Ночью меня разбудил кошмар. Я был весь в поту и дрожал, как осиновый лист. Я пошел выпить чая. Осколки по-прежнему лежали на столе. И тут древний артефакт теперь лежит у меня на столе. У него... Yeah.
Слава богу, он здесь. Похоже, тайник действительно неплохой.
делаете? Отпустите меня! Thank you.
Не забудьте сумку, Даниэль. Не забуду, Герберт. Вроде бы пустяк, зонтик от солнца, но в пустыне без него долго не протянешь. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым, уверяю вас. Пышка, голубое сияние.
Что можно с тебя взять? Грязновато. Нужно было наточить его. Я чувствую его. Вещество тут есть.
1839 год. Сегодня я ходил в университет в поисках ответов. И профессор Тейлор с исторического факультета был очень любезен и многое объяснил мне.
Удивительно, но эти легендарные сферы оставили на нашей культуре неизгладимый след. Похоже, они стали основой Шарам. Уходя из университета, я услышал ужасную новость. Прошлой ночью был убит геолог сэр Уильям Смит. Июля, 1839 год. Прочел все книги о сферах. Однако сегодня я получил письмо, не похожее на остальные. Оно было от прусского барона. Он не писал о легендах и жрецах в подземных храмах, ничего такого. Письмо было коротким. «Я знаю. Я могу защитить тебя. Приезжай в замок Бренненбург. Подпись Александр. Защитить меня от чего?» Я что, в опасности? Я посмотрел, где находится Бренненбург. В лесах Пруссии, недалеко от Балтийского моря. Написав это, я вспомнил о своих кошмарах, в которых меня зовет какой-то жуткий голос. Голос, который описать-то невозможно, словно он звучит из пустоты. Последние пару недель я плохо сплю и постоянно боюсь... июля, 1839 год. Как же я сразу не понял. Они все мертвы. Оторванные конечности, разбитые черепа, облезшая кожа. У меня нет выбора. Придется довериться барону.